Зона стритфуда, детская игровая площадка и первый в городе кинотеатр под открытым небом. В Витебске напротив университета имени Машерова открылся студенческий сквер. Уникальный проект стал подарком к новому учебному году. Инициаторами и проектировщиками зоны креативного пространства выступили студенты, а представители власти совместно со строителями воплотили идею в реальность. Сквер украшают стильные арт-объекты. Новая локация станет местом притяжения не только студентов, но и жителей ближайших микрорайонов. Арт-объекты, дизайнерские решения, как елка, которая будет сиять и сегодня вечером, завтра вечером, когда будет включаться праздничная иллюминация. Также и новогодние праздники. Мы надеемся, что здесь мы будем уже организовывать, ну, наверное, такие креативные праздники, встречи Нового года. Почему нет? Это же будет очень здорово. И, наверное, фишкой этого парка все-таки является наш летний кинотеатр. Это громадный светодиодный экран. Я уверен, что и он будет пользоваться большой популярностью у наших горожан. Мы думали, что это будут студенты. Вот честно говорю, что сегодня это будут студенты. Обернувшись и посмотрев, я вижу, что там люди в основном старшего возраста. Это их заинтересовало, и это здорово. Здорово, что мы угадали и их настроение. Студенческий сквер вмещает объекты для учебы, занятий творчеством и отдыха. В первый день работы локации особенной популярностью пользовалось игровое пространство. Эмоции маленьких горожан от новых каруселей, горок и качелей только положительные. Красиво, весело. Да, нам понравилось. Здесь очень весело, тут много качелей, и мы обязательно сюда еще придем. Нам все очень понравилось. Парк действительно очень обновился, очень красиво стал. Для детей очень много есть всяких развлечений. Спасибо огромное нашему городу за такой прекрасный парк. Вот я хочу, чтобы везде такие построили во всех городах, почаще, чтобы нужно было приходить туда. На торжественном открытии новой площадки присутствовали представители местной власти, строительных организаций, студенты и горожане. Уютное и комфортное место, несмотря на название, станет любимым не только у молодежи, но и у взрослых жителей города. В будущем подобные проекты могут появиться и рядом с другими высшими учебными заведениями. Локация очень достойная. Университетские корпуса рядом. Место, где в солнечную погоду можно отдохнуть, почитать конспекты или какие-то книги, подзарядить телефон, посмотреть фильм. Я думаю, это место будет достойно воспринято нашим молодым поколением. Шикарная детская площадка, шикарный кинотеатр. Все будет востребовано, я думаю. И этот опыт, возможно, будем тиражировать. Самое главное, что сами ребята это все проектировали, и уже город стал делать. Поэтому, видите, все необычное, каждая локация такая, наверное, такой больше нету ни в стране, ни в городе-то точно. Поэтому все-таки дети наши талантливые. Оригинальные и креативные идеи талантливой молодежи северного региона воплощаются в жизнь, и это позволяет городу развиваться и становиться краше. Однако каждому посетителю студенческого сквера необходимо беречь и сохранять то, что сделано для общего комфорта.